технического. У умных обучил с различными энергомощностными параметрами и конструктивными параметрами. На данном слайде иллюстрируется влияние топавки водорода подобного потока на галактинамические поля и режим вихревого течения. Выявлено, что в увеличении объема доли водорода значение кукуридического монотонно возрастает. Изменение осевой координаты по величине сечения центральной команды инъектора от первого витка до второго может приводить к снижению кукуридицы на 1-3 литра на минуту. Изучено влияние способов подачи водорода вакуумного потока на режим вихревого течения и величины кукуридической. Установлено, что подача водорода через периферийные щелевые каналы позволяет значительно уменьшить величину кукуридической по сравнению со значением при подаче водорода через центральный канал. Важно отметить, что полученные результаты аккадодинамики вихревого течения являются исходными данными для обоснованного выбора режима и условия подачи частицы через центральный канал инъектора, увеличив разряды для обеспечения их исполнения. На данном слайде представлена стационарная двухмерная модель расчета процессов нагрева исполнения частицы кварца, подающегося через центральный канал в поток альфонного и альфон-баллонного лечила разряда. Полная система управления включает управление многокомпонентной кодилофенной магнитной гидродинамики с учетом влияния частицы и управление движения нагрева и испарения частицы. На данном слайде представлены три условия и процедуры решения системы управления. Проведена валификация разработанной модели расчета степени испарения частиц кварца с экспериментами. Определено влияние массового расхода и начального диаметра частиц на степень испарения. Установлено, что при увеличении массового расхода частиц степень испарения монотонно уменьшается со счет возрастания эффекта загрузки. Изучено влияние способов инъекции частиц и угрозу раскрытия на траектории и степени испарения частиц кварца. Рассмотрено три различных способа инъекции частиц у потока из выходного сечения центрального канала инъектора. Осевая, конусная и кольцевая конусная инъекция. Установлено, что использованы конусная или кольцевой конусной инъекции через может приводить к заметному возрастанию степени испарения за счет увеличения радиального размера при осевой области двухфазного течения и снижения эффекта загрузки. Обнаружено, что величина утерянных энергозатрат на испарение имеет минимум при определенном оптимальном массовом расходе для оптима. Кроме того, существует максимальный массовый расход, при котором все частицы могут полностью испариться на выходе канала вещевого разряда. Определена область оптимальный режимный параметр потока испаряемых частиц, где для оптима близок к максимуму. На данном слайде изучен процесс нагрева и испарения частиц кварца у канала альфонно-баллонного вечевого разряда. Установлено, что добавка водорода в альфонном потоке приводит к монотонному возрастанию степени испарения за счет интенсификации процесса теплообмена между фазами. При подаче водорода